Всем привет! Скажи всем привет! Короче, сегодня выходной наконец-то. Я вчера так устала, вчера столько работы было, это какой-то трэш. Но ничего, я все вывезла. Вывезла сама, без помощи, я молодец. Короче, поехали мы в город, сейчас съездили, купили корма уточкам и курочкам. Вот, сейчас поедем в город, надо забрать ковер девчонок комнаты, которые хотим попробовать его постирать. Если все ништяк, то мы будем еще и наш большой ковер пробовать стирать, потому что отдавать в химчистку, я по этому узнала, по стоимости, это вообще там аж чуть ли не 1008 надо за наш только ковер. Все. Едем те с нами в город, как говорится. Вот. Пашка работает пока. Так что надо что-нибудь подумать. Сегодня пиццу, что ли, вечером? Может, пиццу вечером постряпаем? Не хочешь? Хочешь? Ты помогать будешь? Значит, ты пиццу есть не будешь. Не, вы видите, да, помощница? Хочешь пиццу? Хочу. Помогать будешь? Не буду. А есть, говорит, буду. Я пойду в речке купаться. В речке купаться. Я окунулась там нормально. Все. Увидимся чуть позже, ребят. Смотрите, куда мы проехали. Сейчас кому-то будет вкусно. Сейчас нам обеим будет вкусно. Что-то мы решили сегодня удариться. Меня папа за сиденье убьет. Ой, а что я так встала? Ну-ка, на, подержи. Ну нет, надо поближе пододвинуться. Снимай, как мама паркуется. Ужасно. Да. Смотрите, не видно. У тебя дверь не закрыта. Я еще и дверь не закрыла. Закрыта. Закрыта, у меня закрыта. На. Идем. Ну доставай, не ешь. Одну пока хватит. Ну все. Там наггетсы. А, там не наггетсы. Там ножки. Ну все получается. Вот так вот мы кушаем. Покажи, что там. Две ножки. Почему две? А подожди, у нас еще картошка фри должна быть. Так она там лежит, одна. А, все. Она у нас, она начала капать. И мы решили его съесть. Если вы думаете, что мы втихаря от Арины едим, это неправда. Если они думают, что мы втихаря от Арины едим, это неправда. Мы Арине тоже взяли. Это для Ариши мешочек. Потому что нашу картошку не давали. Можно есть картошку дальше. Не знаю. Из Вашенко. Это что? Это не познала. Угу.
тебя там дырка? А? Дырка в мороженом. А, ничего, мне так что я не понимаю. Ням-ням, тоже. Раньше дешевле было 29 рублей. Сейчас 45. Да? Угу. Ну, потому что я на мороженое буду, потому что мне рисунки цены. В прошлом году вот мы ели по 29 рублей. Так мы его ели часто. Угощайтесь через экран. Папа будет смотреть, бедненький. Просто где мои ножки? Арине заказали, а папа ничего не заказали. А папа работает. Папа, походу, с работы раньше нас приедет. Все, дай. Да, или у ножки будет? Мешок. Или у Арины? Мешочек. Дома? Это вафельку еще. Что, тает? Угу. Разница в мешках. Поверни боком. Олени не наш. У нас он не помнит. Ну нет, конечно. Ну просто у нас двое, а она одна. Чего? Закрой глаза. Давай газировку пока что. Смотри, открывай. Пошли. Ну там как-то купи еще одна маленькая. Наша. А? Не купи. Короче, мы воду не купили. Папа нас заждался. Дай поцелую тебя. Там пакеты большие, тяжелые. Сандали, Арин, свои забери. Картошка там не только тебе. Картошка там. На, всем. Я буду сандали себе. Там свои сандали забери. Ребенку уже не терпится. Ты не выбегай на дорогу, иди сюда. Проедет кто-нибудь, тебя ведь нафиг собьют. Эти мы с Полиной напокупали. На 4 касика, блин. На 5. Продуктов. Мне завтра, мне мама сегодня не такое, да. Это вообще. Скажи всем привет. А, кстати, скажи всем привет. Я вам завтра покажу кое-что. Это что? Сегодня будем пиццу делать. Надо пиццу делать это будет чё? На этот... Ему удобно так? Что это? Это газировка. О! Это что? Неподъемные это пакеты. Папу зови. Чего он ушел-то? Сейчас он ковер унесет. Мама, можно деревянный глотни? Глотни. Дай тебе удобно. Ужас, ребят. А неподъемные нас, просто пакеты. А мне один с багажником по башке прилетел. Цех по стирке ковров. Привезли свою дорожку. Потому что высоко, поэтому рука устает. А, ты все-таки шланг подключил? Прям шланг, говорю, подключил? Вот сейчас в эту белую штучку положим вот такой шампунь. Классная штука. Гель вот этот. И это. Он и чистит хорошо, и запах удаляет всякие. А? Подожди, только его много не надо, потому что там вот этот колпачок вообще идет на 5 литров ведро 5-литровое. Мы еще не попробовали, а ты уже дорожки все тащишь. Много ты налил. Туда воду, наверное, надо добавить.
так вот, ребятка. Уточек тоже моем. Они думают, дождик. А там капуста. Паш, они в капусту пошли. У них здесь ливень прошелся. У нас-то в городе не было, а здесь прям ливень. Вон какая тут травка. Вот так вот. Ой, смотрите, у них опять там болото. Ливень прошелся. Здесь просто трава свежая наросла. Вот они и идут. Шампунь нанести полдела, а вот потом смыть этот шампунь. Да. Вот чистенький ковер. Там еще уголок Паша не домыл. Сразу видно. Он тоже дорожку почти помыл. Мне кажется, ее плохо посоркали. Или у нее цвет такой? Не поркали. Какая красота. Утки счастливые гуляют. Накупались, траву щиплет, крапиву. Боятся они дождя. Хотя наоборот, им должно нравиться, да? Хорошо песок-то в себя впитывает, туда вода хоть особо не бежит. Только тоже моет. А мы поехали за водой. Видите, закат какой. Ну, так она что-то перестала бросаться вроде. Месяц, видите, какой, вернее, луна, поллуны. Ладно, ребят, всем хорошего вечера, всем пока-пока!